Ставим 97 BPM. В панели слева заходим в папку Pack, Instrument, Guitar и выбираем Classic Acoustic. Пишем мелодию. Переходим в микшер и кидаем стандартный гроссбит на канал с гитарой. Создаем клип автоматизации. Активацию эффекта автоматизируем таким вот образом. Добавляем эффект Fruity Convolver и создаем автоматизацию на значение Dry. Далее пишем пианино и драм-партию. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться и поставить лайк.